красной-красной комнате под наблюдением красных-красных человечиков до красна тренируется команда красных. Немного о пользе программы «Похудела». Итак, до и после целого сезона программы. После прошлой недели ничего не болит? Так руки, как обычно. А, ну тогда продолжаем. Тогда все нормально. Издевается над тобой? Нет. Сам ты так можешь? Нет. Небольшой такой тест на качка. Что такое планка? Основное значение слова – гладкая дощечка, пластинка. Планка – это вообще самое прекрасное упражнение, которое тренирует все тело. Также планка – часть спортивного снаряда. Планка – это упражнение на все группы мышц. В упоре лежа, стоя на локтях, на руках. В планке задействованы все группы мышц. Пресс, поясница, руки. Поздравляю, ты знаток своего дела. Планка? Так, статическое упражнение. Понятно, все, не продолжай. Что такое постоянная планка? Так, чему равна постоянная планка? Основная константа квантовой теории, равная одной целой, бла-бла-бла-бла-бла. Поздравляю. Настоящий тренер. Считаете, сколько стоит? Считаем, минуту-то стоит. Пока 40 секунд. Но обычно на локтях 2 минуты. Молодец. Вперед! Спортивный комплекс «Гагарин» – это абсолютно новый спортивный клуб с профессиональными тренажерами. Вас ждет команда специалистов, кабинет нутрициолога и бесплатная детская комната. Ждем всех по адресу Урицкого, 24, телефон 21 11 99.